Девочки, всем приветики. Раненый боец идет уже из поликлиники. Сдала я тест. Топаю потихонечку домой. Вчера случился у меня неприятный казус. Упала я дома. Наверное, на мгновение потеряла сознание. Но все, слава богу, обошлось. Присела на скамеечку с вами немножко поболтать. Вчера ничего не предвещало как бы беды. Все было нормально. Я пришла с поликлиники, пообедала, вот вам видео засняла. И какое-то время пошла Толика посмотреть, где он там спит, малыш. Зашла в зал. И что-то так резко-резко у меня закружилась голова. И я очнулась уже на полу. Вот здесь за ухом у меня шишка прямо очень болит. Вот тут вот за ухом. И вот тут вот на затылке содрала кожу. Не знаю, то ли я об угол дивана ударилась, то ли что. Вот вначале была кровь, но правда немного. Когда я очнулась, я просто чувствую, что мне так плохо и больно, и руку за голову засунула, и смотрю, там кровь. Пошла, умыла голову, прилегла. Ну, как-то так потихоньку-потихоньку все это, боль ушла. Ну, вот просто вот болит. Если дотрагиваться, то болит, да, болит прямо. Дима приехал, я ему рассказываю. Он говорит, ну, ты боец. Обработал мне голову перекисью водорода, сфотографировал. Я говорю, сфотографируй, что мне это не видно, что там вообще на голове происходит. Я говорю, ты сфотографируй. Ну вот он уже обработан, и после того, как перекиси налил, все зачистил, эту кровушку высохшую, сфотографировал мне. И вот сегодня опять, как бы вот я пошла в поликлинику, и уже вот буквально не доходя, наверное, метров 200-300, опять у меня вот, ну, голова, правда, не закружилась, но нога, получается, судорогой свело ногу. И вот слава богу, что не упала. Сейчас иду вот потихонечку, видите, перебежками. Иду, присела посидеть. Ну, видимо, я вчера подумала, что может это от жары вот такая реакция. Но, наверное, скорее всего, это не от жары. Это, наверное, из-за отмены препаратов. Вот. Ну, хотя сегодня тоже жарко. Вот в тенечке плюс 27. Сейчас силушек наберусь и дальше пойду. Уже до дома. Небо чистое, чистое. Солнце как светит. Но сегодня ветер. Сегодня хорошо, ветерочек обдувает. Ну, не прошла я, ребята, мимо магазинчика. Купила опять картошечки. В Пятерочке сегодня была. В Пятерочке картошка по 64,99, подешевле. Вышла на 94 рубля 24 копеечки. Диме взяла вот такой лапши на пробу попробовать, какая-то дамши тоже с курицей, по 34,99, две штучки взяла. Две грушки желтые по 94,99, ровно на 38 рублей. И 4 яблочка Golden по 89,99, получилось на 58 рублей 4 копейки. Всего я отдала 266 рублей. 25 копеечек. Вот такой чек вышел. Ну все, ребятушки, я дома. У нас такая сильная жара стоит, что вообще ничего не хочется. Вот я сегодня еще даже цикория не пила. Пью одну воду, пью, потому что жара невыносимая. Два раза уже под душем стояла, чтобы как-то ополоснуться. Вчера в городе у нас какая-то авария была. Где-то, наверное, получается, наверное, где-то в 8 вечера свет бабах вырубила, все отключила. Я подошла в окно смотреть, смотрю, весь город потух, вот даже вот эти табло, которые у нас бегают, все отключено. Через полчаса опять дали свет, опять выключили. Дима приехал домой, наверное, начало 11 вечера, свет дали, а воды не дали. Ой, потом потихоньку, вот где-то, наверное,
где-то в 11, наверное, начало 12-го, вот дали воду. Так что холодная эта вода была. Я Диме вскипятила чайником воды. Он такой говорит, что все, уже отключили что ли воду? Я говорю, да нет, написано 21-го только отключат. Ну вот это в связи с аварией. Еще не читала, что там было. Вот, девчонки. Вчера шлепнулась. И как-то, знаете, вот как-то стало страшновато. Сегодня так боялась идти на улицу. Думаю, ладно, я дома упала. Как бы, ну ерунда, упала, и встала, и как бы отряхнулась, и нормально. А на улице, если упаду, что люди подумают? Скажут, алкашка какая-нибудь или еще что-нибудь. Как-то, фу, так страшновато было, но ничего, сходила, все, сдала мазок. Теперь, ребята, я до вторника свободна, во вторник мы выезжаем. Во вторник в 9:00 я иду в понедельник за своими анализами, и сразу же от поликлиники мы сразу выезжаем в столицу. Вот, потому что мне надо будет 16-го ранний-ранний подъем. В городе пробки, чтобы вовремя добраться до больницы и 7:30 уже быть там. Так что вот такие вот дела. Ой, сейчас поставила фарш размораживаться, наделаю хоть котлеток. Не знаю уже, что и готовить. Вот что и готовить. Диме говорю, может рис, может там макарошки, может гречечку, может еще что-то. Нет, хочу картошечки. Ну, ладно, хочет картошечки, будем делать картошечку. И ведь, представляете, опять забыла купить муку. Сегодня хотела пирожков напечь Диме. И забыла муку взять. Вот сейчас только вспомнила. Еще, заходя в магазин, мысль была сразу взять муки. Ну ладно. Видно, не судьба, а Диме пирогов поесть. Может, завтра. Сегодня уже не пойду больше на улицу, потому что жара невыносимая. Очень жарко, очень. Если в тени 27, я не знаю, сколько на солнышке, наверное, опять вот до 35. Очень у нас жарко. И небо такое чистое-пречистое вообще. Ни облачка, ничего нет. Вчера у нас должно было быть солнечное затмение. Не знаю, удалось ли кому-то заснять или нет, но я вот как плохо себя чувствовала, как ударилась этой башкой. И у меня так, вот пол головы, вот знаете, вот пол головы так болит. И тут такая шишка за ухом. Ой, прямо вздулась вот тут вот за ухом. Больно-больно дотрагиваться. Надо ж было так умудриться-то. Я даже, представляете, не помню. Я вот помню, что я так наклоняюсь, чтобы в эту переноску посмотреть, где Толя, и все. И уже и ничего и не помню. Обо что я ударилась, где вот, вот в этом месте. Получается, вот в этом месте у меня кожи нет. Дима так мне вот тут вот, вот в этом месте раздвинул, все вчера зачистил. Вот так вот. Ой, хорошо не виском. Я ему говорю, слава богу, не виском. А треснулась бы виском. Я говорю, представляешь, какая была бы картина. Приходишь, а тебя дома холодный труп ждет. Ой, не дай бог. Пожить. Еще как можно дольше пожить. Никаких трупов не надо нам. Ой, девчоночки, вообще, конечно. Анатолий у нас красавец, прям молодец такой. В прихожей обои оторвал. Вот так вот. Сегодня наш Анатолий потрудился с утра. Вот так оторвал сегодня обои в прихожей. Ай-яй-яй. Это ж надо было так драть. А я вчера, знаете, как плохо себя чувствовала. Я его со спальни вытолкала и закрыла дверь. И еще одела беруши. И вот тебе, на, мама, получай подарочек. Получается.
Вот так. И ругать-то не будешь, да? Хотел попасть к маме, не попал. Вот, мама, оторву-ка я тебе обои. Ой, смотрите, какая я мокрая. Я прямо мокрая-мокрая. Вот дома духотища стоит невыносимая. Не знаю, у нас такого не было никогда. Знаете, всегда раньше, когда у нас наступало лето, мы всегда летом мерзли. Дома был дубак. Потому что и на улице не жарко, и здания остывали, квартиры. И приходилось даже одевать носочки шерстяные и включать обогреватели. Вот так вот было. Поэтому для нас вот эта сейчас погода аномальная, это вообще ненормально. Мы к этому не привыкшие. Мы привыкшие к прохладе. Вот, девочки. Так что вот такие у меня новости. Надеюсь, сегодня будет все хорошо, потому что день еще только начинается. Сейчас час дня. Вот. Пожарю котлеток. А, вчера я еще потушила печеночки себе на ужин. Ну и Диме, конечно, еще картошечки пожарила. Так что я вам поставлю, что я вчера приготовила. Девчоночки, готовлю ужин. У меня тут морковочка, помидорчик и лучок томится. Я уже порезала печень и сейчас буду отправлять ее к нашим овощам. Куриная печеночка у нас уже в сковородочке. Сейчас мы перемешаем хорошенечко, добавим специи. Девочки, я положила немножко соли, черный перец, красный перец, куркума и укропчик. И капельку-капельку прованских трав. Все, сейчас закрываем крышечкой. И пусть у нас немножечко потушится. Ну, а здесь Диме, как всегда, картошечка. А у меня будет печень с огурчиком свежим. А у Димы картошечка, печень и помидорчик. Ну, все, ребята, наш наивкуснейший ужин с вами готов. От начала и до окончания готовки уходит не более 15 минут. Приятного всем аппетита. Пальчики оближешь. Вот мои сладкие девчонки. Так что всем я желаю всего самого-самого-самого прекрасного, мои девочки. Не болейте, не болейте. А кто болеет, выздоравливайте поскорее, поскорее, поскорее. Чтобы все было в жизни прекрасно и замечательно. Чтобы ничто вас не огорчало. Да, будем держаться. Все будет отлично. Ну, подумаешь, упали. Ну и ничего, встали и дальше пошли. Все будет хорошо. Я вас целую, обнимаю. Мои родные девчоночки. Всем пока-пока. Увидимся. С вами была ваша Леночка. И от меня вам, конечно же, теплое-теплое сердечко, девчонки. Посылаю вам лучики тепла и всего самого-самого вам замечательного.